село. О, сколько милых, очаровательных видений пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове. Село. И вот стоит передо мной наша бедная, старая белая хата с потемневшую соломенную крышу и черным дымарем. А около хаты на причилку яблоня с краснобокими яблонями, а вокруг яблони цветник, любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки. А у ворот стоит старая развесистая верба, засохшую верхушкою, а за вербою стоит клуня, окруженная стогами жита, пшеницы и разного всякого хлеба. А за клунию по косогору пойдет уже сад. Да какой сад! Видел я на своем веку таки порядочные сады, как, например, Уманский и Петерговский. Но это что за сады? Гроша не стоят в сравнении с нашим великолепным садом. Густой, темный, тихий. Словом, другого такого сада нет на всем свете. А за садом Левада, а за Левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручей, уставленный вербами и калиною и окутанный широколиственными темными зелеными лопухами. А в этом ручье под нависшими лопухами купается белокурый мальчуган. А выкупавшись, перебегает он долину и Леваду, вбегает в тенистый сад и падает под первую грушу или яблонью и засыпает настоящим невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, думает и спрашивает сам у себя, а что же там за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо. А что, если бы пойти да посмотреть, как это они там его подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это недалеко. Встал и, не задумавшись, пошел он через долину и Леваду прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел Царину, прошел с полверсты поля, а на поле стоит высокая черная могила. Он вскарабкался на могилу, чтоб с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо. Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны. И по одну сторону село, и по другую сторону село. Мальчуган задумался. Нет, думает он, сегодня поздно, я не дойду до тех железных столбов, а завтра вместе с сестрою Катрию, а сегодня одурю Микиту, брата. Скажу, что я видел железные столбы, те, что подпирают небо. И он, скатившись кубарем с могилы, встал на ноги и пошел, не оглядываясь, в чужое село. К счастью его, ему встретили щумаки и, расспросив, отвезли его в родную Крылевку. Смеркало уже на дворе, когда я, потому что этот белокурый мальчуган был никто иной, как смиренный автор сего, хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа, подошел к нашему перелазу. Смотрю через перелаз на двор, а там около хаты на темном зеленом бархатном шпарыше все наши сидят себе в кружке и вечеряют.
Только моя старшая сестра и нянька Катерина не вечереет, а стоит себе около дверей, подперев голову рукою, и как будто посматривает на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелаза, она вскрикнула: «Пришел, пришел! Седай вечерять, приблудо!» Повечеривши, сестра повела меня спать и, уложивши в постель, перекрестила, поцеловала и, улыбаясь, опять назвала приблудою. Я долго не мог заснуть. Происшествия прошлого дня мне не давали спать. Я думал все о железных столбах и о том, говорить ли мне о них Катерине и Миките или не говорить. Микита был раз с отцом в Одессе, и там, конечно, видел эти столбы. Как же я ему буду говорить о них, когда их вовсе не видал? Катерину можно обдурить? Нет, я ей не скажу ничего. И, подумавши еще недолго о железных столбах, я заснул. Через 2-3 года я уже вижу себя в школе. У слепого совгиря, так назывался наш нестихарный дьячок, складывающего тьму мну. И, проскладавши бывало дотля мля, выйду из школы на улицу, посмотрю в яр, а там мои счастливые сверстники играют себе на соломе около клуни и не знают, что есть на свете дьяк и школа. Совгирь нрава был более сурового, нежели веселого. А в отношении житейских потребностей и вообще комфорта он был настоящий спартанец. Но что мне более всего в нем не нравилось, так это то, что когда бывало в субботу после вечерни начнет нас всех по обыкновению кормить березовую кашею, это все еще ничего, пускай бы себе кормил, нам эта каша была в обыкновении. А то вот где, можно сказать, истинное испытание. Бьет бывало, а самому лежать велит, да и не кричать, а не борзяся и явственно читать пятую заповедь. Настоящий спартанец. Ну, скажите, люди добрые, рождался ли когда на свет такой богатырь, чтобы улежал спокойно под розгами? Нет. Я думаю, такого человека еще земля не носила. Бывало, когда дойдет до меня очередь, то я уже не прошу о помиловании, а прошу только, чтобы он умилосердился надо мною и велел меня субботы ради святой придержать хоть немножко. Иной раз бывало и умилосердится. Да уж так отжарит, что лучше бы не просить о милосердии. И вот я, к несказанной моей радости, кончил малбех, то есть кончил псалтырь. Поставил по обыкновению кашу братья с грошами, совершил сей священный обряд неукосненно по всем преданиям старины и на другой же день принялся мелом выводить примерные каракули на крашеной доске. Сиречь я уже был не псалтырник, а скорописец. В эту-то почти счастливую для меня эпоху случилось преобразование школы. Прислали к нам из самого Киева стихарного дьячка. Совгирь сначала было поартачился, но принужден был уступить перед лицом закона.
и, собравши всю свою мизерию в одну торбу, закинув ее на плечи, взял Патерицию в руку, а тетрадь из синей бумаги со сковородинскими псалмами в другую и пошел искать себе другой школы. А братья моя по науке, аки овцы от волка рассыпавшися, так они от нового стихарного дичка за не пьяница бе паче всех пьяниц на свете. Тяжко противу рожна прать. И я, терпеливейший из братьей, наконец взял свое орудие, таблицу, перо, каламарь смелым и пошел во свояси с миром, дивяся бывшему. С этого времени начинается длинный ряд самых грустных, самых безотрадных моих воспоминаний. Вскоре умирает мать. Отец женится на молодой вдове и берет с нею троих детей вместо приданого. Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве. Того же года отец осенью поехал зачем-то в Киев, занемог в дороге и, возвратясь домой, вскоре умер. После смерти отца один из многих моих дядей, чтобы вывести сироту в люди, как он говорил, предложил мне за ясти и питье пасти летом стадо свиное, а зимою помогать его наймиту по хозяйству. Но я другую часть избрал. Взявши свою таблицу, каламарь, псалтырь, отправился к пьяному стихарному дику в школу и поселился у него в виде школяра и работника. Тут начинается моя практическая жизнь. Пребывание мое в школе было довольно некомфортабельное. Хорошо еще, если случались покойники в селе, прости меня, Господи, то мы еще кое-как перебивались, а не то просто голодали по нескольку дней сряду. Вечерком иногда бывало, я возьму торбу, а учитель возьмет в десную посох дебелый, а в шуйцу сосуд скудельный. Мы и жидкостями не пренебрегали, как то грушовым квасом и прочее, и пойдем под окнами воспевать Богом избранную. Иной раз принесем-таки кое-что в школу, а иной раз и так насухо придем, разве что только не голодные. При таких, можно сказать, умеренных доходах я не мог жить открыто и одевался даже не щегольски, как прилично званию школяра. Ходил я постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечно грязной бессменной рубашке. А о шапке и сапогах и помину не было ни летом, ни зимою. Однажды дал мне какой-то мужик за прочтение псалтыря на пришвы ременю, да и тот от меня учитель отобрал, как свою собственность. И много-много мог бы я рассказать призанимательных и назидательных вещей на эту тему, да рассказывать как-то грустно. Так пролетели 4 жалких года над моей детской головою. Потом воспоминания мои принимают еще печальнейшие образы. Далеко-далеко от моей бедной, моей милой родины,
без любви, без радости юность пролетела. Не пролетела, правда, а проползла в нищете, в невежестве и в унижении. И все это длилось ровно 20 лет. В продолжении моего странствования вне моей милой родины я воображал ее такую, какую видел в детстве. Прекрасную, грандиозную. А о нравах ее молчаливых обитателей я составил уже свои понятия, гармонируя их, разумеется, с пейзажем. Да мне и в голову не приходило, что это могло быть иначе. А выходит, что иначе. Великий Торвальдсен начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестяще, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашением полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас, счастливцев, гениев, художников, которые иначе начинали? Весьма и весьма немного. Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить, как на ладони. Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на Академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и как гигантское зеркало отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол Сената и красные занавесы в доме графини Лаваль. Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная картина. В истинно художественном произведении есть что-то обаятельнее, прекраснее самой природы. Это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывает и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит Творца за сладкие, душу чарующие мгновения. Однажды, насладившись вполне этой нерукотворной картиной, я прошел в летний сад отдохнуть. Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея, и где в кругу богини богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре как раз против Сатурна. Я остановился. Мальчик, потому что это действительно был мальчик, лет 14 или 15, оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает. «Я ничего не делаю», – отвечал он застенчиво. «Иду на работу, да по дороге в сад зашел». И, немного помолчав, прибавил. «Я рисовал». «Покажи, что ты рисовал». И он вынул из-за пазухи четверку серой пищи бумаги и робко подал мне. На четверке был назначен довольно верно контур Сатурна.
Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки. «Ты часто ходишь сюда рисовать?» – спросил я его. «Каждое воскресенье», – отвечал он. «А если близко, где работаем, то и в будни захожу. Ты учишься малярному мастерству?» «И живописному», – прибавил он. «У кого же ты находишься в учении?» «У комнатного живописца Ширяева». Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую – желтую же, обтертую большую кисть, и хотел идти. «Куда ты торопишься?» «На работу. Я и то уж опоздал. Хозяин придет, так достанется мне. Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать». «Хорошо, я приду. Только где вы живете?» Я записал ему адрес на его же рисунки, и мы расстались. В воскресенье поутру рано я возвратился из всенощной своей прогулки. И в коридоре перед номером моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сюртук коричневого цвета с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку. Он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдернул руку. Меня сконфузило его раболепие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сюртук, надел блузу, закурил сигару, а его все еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало. Я сошел вниз, спрашиваю дворника: «Не видал такого?» «Видел, — говорит, — малого с бумагами в руке». Выбежал на улицу. Я на улицу, и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, полюбовавшись восходом солнца, пошел в летний сад. Обошел все аллеи, нет моего приятеля. Хотел было уже идти домой, да вспомнил Аполлона Бельведерского, то есть пародию на бельведерского бога, стоящего особнячком у самой мойки. Я туда, а приятель мой тут как тут. Увидев меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражу варенья. Я взял его за дрожащую руку и, как преступника, повел в павильон и мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю. Как умело обласкал моего приятеля, и когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора. «Вы на меня рассердились, и я испугался», – отвечал он. «И не думал я на тебя сердиться», – сказал я ему. «Но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать». Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку. Я рассмеялся, а он покраснел, как рак, и стоял молча, потупя голову. Напившись чаю, мы расстались. На расставание я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье. Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, но зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился, я уже к нему привязался, уже полюбил его. Я пошел прямо домой, боясь, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же? Вхожу на лестницу, а он уже тут. В
том же коричневом сюртучке, умытый, причесанный и улыбающийся. Да ты порядочный скороход, сказал я. И ты еще заходил к себе на квартиру. Как же ты успел так скоро? Да я торопился, отвечала, чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет. Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит летний сад. От вертлявых, сладко улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита. А в заключении несколько рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов. Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, это необыкновенные сходства с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно. За чаем рассказал он мне про свое житье-бытье. Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно, просто, без тени, ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания. Но, выслушавши исповедь, и думать перестал. Он был крепостной человек. Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. После обеда я думал было повести его в академию и показать последний день Помпеи, но не все вдруг, и предложил ему идти погулять на бульвар. Дорогой встретился нам старик Венецианов. После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь, не будущий ли художник? Я сказал ему, и да, и нет. Он спросил причину. Я объяснил ему шепотом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались. Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки, как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился и, вспомнив некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда, неясно, что-то вроде надежды на горизонте. Протеже мой пошел домой, а я к старику Венециану. Не место, да и не кстати распространяться здесь об этом человеколюбце-художнике. Пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает все его великодушные подвиги на поприще искусства. Я рассказал старику все, что знал о моей находке, и просил его совета, как мне действовать. Он, как человек практически в делах такого рода, не обещал мне и не советовал ничего положительного. Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стушевать его настоящее жесткое положение. В воскресенье поутру явился мой приятель и сказал мне, что у них началась работа в Большом театре. В то время Кавас переделывал внутренность Большого театра. И что по этой причине он теперь не может посещать летний сад. На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином. Расхвалил безмерно его припорохи и потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству. Но, увы, когда я ему издалека намекнул об улучшении состояния его тиховых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как собственно же их гибель. На первый раз я ему не противоречил. Да и напрасно было поверять его в противном. Люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях, и кое-как выползшие на свет Божий, не веруют ни в какую теорию. Для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли. А часто к этим грубым убеждениям
примешивается еще грубейшее чувство. Меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить? Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалось уговорить его, чтобы он не препятствовал моему протеже посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает, например, зимой. Он хотя и согласился, но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущее, кроме погибели. Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони начала свои волшебные операции. В самый разгар сезона посетил меня Карл Великий. Он любил посещать своих учеников. Сел на кушетке и задумался. Я молча любовался его умной кудрявой головой. «Что это у вас, модель или слуга?» – спросил он, показывая на дверь, за которой скрылся мой протеже. «Ни то, ни другое», – отвечал я. «Физиономия его мне нравится, не крепостная». «Далеко не крепостная». А между тем, я не договорил, остановился. «А между тем он крепостной», – подхватила. «К несчастью, так», – прибавил я. «Барбаризм», – прошептал он и задумался. После минуты раздумья он бросил на пол сигару, взял шляпу и вышел. Но сейчас же воротился и сказал: «Покажите мне его работу». «Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?» «Должна быть», – сказал он решительно. Я показал ему маску Лаокоона, рисунок оконченный, и следок Микеланджело, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, то есть держал в руках рисунки, а смотрел, Бог его знает, на что он смотрел тогда. «Кто его господин?» – спросил он, подняв голову. Я сказал ему фамилию помещика. «О вашем ученике нужно хорошенько подумать», – сказавши это, он подошел к двери и опять остановился. «Приведите его когда-нибудь ко мне. До свидания». И он вышел. В одно прекрасное утро я его представил Карлу Великому. Восторг его был неописанный, когда Брюлов ласково и снисходительно похвалил его рисунки. Я в жизнь мою не видел веселее, счастливее человека, как он был в продолжении нескольких дней. «Неужели он всегда такой добрый, такой ласковый?» — спрашивал меня несколько раз. «Всегда», — отвечал я. «И это красная, любимая его комната?» «Любимая», — отвечал я. «Все красное. Комната красная, диван красный, занавес у окна красный, халат красный и рисунок красный. Все красное. Увижу ли я еще его когда-нибудь так близко?» На другой день после этого визита встретился я с Карлом Палчем, и он спросил у меня адрес, имя и фамилию его господина. Я сообщил ему. Он взял извозчика и уехал, сказавши мне: «Вечером зайдите». Вечеру я зашел. «Это самая крупная свинья в торжковских туфлях!» — этими словами встретил меня Карл Павлович. «В чем дело?» – спросил я его, догадавшись, о ком идет речь. «Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику». Карл Великий был не в духе. Долго он молча ходил по комнате, наконец плюнул и проговорил: «Вандализм». Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков. И богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии, и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде, но такого оригинала
русского человека, который бы грубо принял у себя в доме Карла Брюлова, не видал. Любопытство мое в сильной степени было возбуждено. Я все думал и спрашивал сам себя, что это такое за свинья в торжковских туфлях. На другой день поутру я отправился к старику Венециану. Он практик в подобных делах. Ему, верно, не раз и не два приходилось иметь стычки с этими оригиналами, стычки, из которых он выходил с честью. Венецианова застал я уже за работою. Я объяснил ему причину несвоевременного визита, сообщил ему адрес амфибии. И старик оставил работу, оделся, и мы вышли на улицу. Он взял извозчика и уехал, а я возвратился на квартиру, где уже и застал моего веселого, счастливого ученика. Веселость его и счастливость как будто омрачились чем-то. Он был похож на человека, желающего поделиться с приятелем великою тайною, но и боится, чтобы эта тайна не сделалась не тайной. Прежде чем я снял пальто и надел блузу, я заметил, что с моим приятелем что-то так да не так. «Ну что же у тебя новенького?» – спросил я его. «Что ты делал вчера в вечеру? Как поживает твой хозяин?» Я сказал ему, что вы водили меня к Карлу Павловичу и показывали мои рисунки, и что... Тут он запнулся, и что он... Да, впрочем, я сам тому не верю. «Что же?» – подхватил я. «Он не верит, что Брюлов похвалил твои рисунки? Он не верит, чтобы я и видел Карл Павлович и назвал меня дураком, когда я его уверял?» Он хотел еще что-то говорить, как в комнату вошел Венецианов и, снимая шапку, сказал, усмехаясь: «Помещик как помещик. Правда, он меня сейчас продержал в передней. Ну, да это уж у них обычай такой. Что делать? Обычай – тот же закон. Принял меня у себя в кабинете. Сначала я повел речь о просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со вниманием и, наконец, прервал: «Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня с вашим Брюловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь», и он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно просто объяснил ему дело. «Вот так бы давно сказали, а то филантропия. Какая тут филантропия? Деньги и больше ничего», — прибавил он самодовольно. «Так вы хотите знать решительную цену? Так ли я вас понял?» Я ответил: «Действительно так. Так вот же вам моя решительная цена. 2500 рублей. Согласны?» «Согласен», — отвечал я. Все это шло своим чередом, и своим же чередом зима уходила, а весна близилась. Ученик мой заметно стал худеть, бледнеть и задумываться. В одно почти весеннее утро он сказал мне, что ежедневно посещать меня не может, потому что с понедельника начнутся работы, и он должен будет опять заборы красить. Я как мог ободрял его, но о намерениях Карла Павловича не говорил ему ни слова. И более потому, что сам я положительно ничего такого не знал, на чем можно было основать надежду. Я пошел в академию и зашел к Карлу Павловичу. Любовался еще не высохшим под малевком портрет Василия Андреевича Жуковского. Карл Павлович молча смотрел на свое произведение и, обращаясь ко мне, сказал: «Взгляд должен быть мягче. Его стихи такие мягкие, сладкие, не правда ли?» И, не дав мне ответить, продолжал: «А знаете ли вы назначение этого портрета?» «Не знаю», — отвечал я. Еще минут 10 молчания. Потом он встал, взял шляпу и проговорил: «Пойдемте на улицу, я расскажу вам назначение портрета». Выйдя на улицу, он сказал: «Я раздумал. Об этих вещах не рассказывают прежде времени. При том же я вполне уверен, что вы не любопытны», — прибавил он, шутя.
Если вам так хочется, сказал я, пусть это останется загадкой для меня. Меня чрезвычайно заинтересовал этот таинственный портрет. Я издалека догадывался о его назначении. И как не сильно хотелось мне убедиться в истине моей догадки. Однако я имел столько мужества, что даже и не намекнул о ней Карлу Великому. Я как будто чего-то боялся, а между прочим, почти угадывал секрет. 22 апреля 1838 года поутру рано получаю я собственноручную записку Василия Андреевича Жуковского такого содержания. Милостивый государь, приходите завтра в 11 часов к Карлу Палчу и дождитесь меня у него. Дождитесь меня непременно, как бы я поздно ни приехал. Жуковский. Ровно в 11 часов я явился на квартиру Карла Палча, и Лукьян, отворяя мне дверь, сказал, просили подождать. Я не заметил, как вошел в мастерскую Карл Великий в сопровождении графа Вейльгорского и Жуковского. Жуковский вынул из кармана форменно сложенную бумагу и, подавая мне, сказал, передайте это ученику вашему. Я развернул бумагу. Это была его отпускная, засвидетельствованная графом Вейльгорским, Жуковским и Брюловым. Я трижды поцеловал эти знаменитые рукоприложения. Благодарил я, как мог, великое и человеколюбивое трио, и, раскланившись, как попало, вышел в коридор и побежал прямо к Венециану. Старик встретил меня радостным вопросом. Что нового? Я молча вынул из кармана драгоценный акт и подал ему. Знаю, все знаю, сказал он, возвращая мне бумагу. Старик воодушевился и рассказал мне историю портрета Жуковского. И почти не упомянул о собственном участии в этой благородной истории. Только в заключении прибавил. А я только был простым маклером в этом великодушном деле. А самое это дело было вот как. Карл Брюлов написал портрет Жуковского, а Жуковский и граф Вейльгорский этот самый портрет предложили августейшему семейству за 2500 рублей ассигнациями. И за эти деньги освободили моего ученика. А старик Венецианов, как он сам выразился, разыграл в этом добром деле роль усердного и благородного маклера. Много, неисчислимо много прекрасного в божественной бессмертной природе. Но торжество и венец бессмертной красоты – это оживленное счастьем лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю. И этой-то прелестью раз в жизни моей удалось мне вполне насладиться. В продолжении нескольких дней мой ученик был так счастлив, так прекрасен, что я не мог смотреть на него без умиления. Он переливал и в мою душу свое безграничное счастье. Восторги его сменялись тихой, улыбающейся радостью. На другой день... часу в 10 утра одел я его снова и отвел Карл Палчу. И как отец любимого сына передает учителю, так я передал его бессмертному нашему Карл Палчу Брюлову. С того дня он начал посещать академические классы и сделался пансионером общества поощрения художников. Давно уже я собирался оставить нашу северную Пальмиру для какого-нибудь смиренного уголка гостеприимной провинции. Оставляя возлюбленного моего, я передал ему свою квартиру с мольбертом и прочую мизерную мебелью и со всеми гипсовыми вещами, которые тоже нельзя было взять с собой. И поручивший его покрову предвечной матери, я расстался с ним, и, увы, расстался
навеки.